Так точно. Готово. Да, 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 да.
конце февраля в районе Улус-Кета сосредоточилась группировка Хаттаба, около 2000 человек. Отсюда они собирались прорваться из Аргунского ущелья, захватить поселки Сельментаузен, Махкеты, Элистанжи, выйти на Ведено и скрыться в Дагестане. Караван направился через перевал у высоты 776. Почти одновременно, еще не зная маршрут бандитов, сюда выдвинулись и десантники. Они даже не успели окопаться и поставить минные заграждения. Встреча передовых отрядов была неожиданностью для обеих сторон. Первый бой завязался 29 февраля около полудня. Получив отпор, боевики попытались пройти по лощине к реке Абазулгол, но, наткнувшись на укрепленные блокпосты на соседних высотах, вернулись и пошли на штурм 776-й сразу с трех сторон.